Че, побегли? Побегли. Все. Тройная ждет нас. Понял, да? Ага, там уже. А что за. Гаси, кто-то на крабов кто-то напал. Негодяй. Наступил? Наступил, видать, да, прям на хвост. Ну это жестко, конечно. Жесткий данж вообще, прям реально плохо. Вы мне скажите, а в следующем данже-то хил-то нужен вообще? В следующем данже есть убер-секретный босс, не знаю, пусть видел вчера. Нет. Я видел то, что вы писали, но сам, как вы дрались, по-моему, не видел. А во втором данже свет? Там он реально прикольный. Вы мне скажите, на тройную ачивку нам нужен будет хил? Надо кому-то будет переодеваться. Я во втором данже, кстати, не был, поэтому... Там все просто относительно. Ну там в 3DD все нормально закрывается. Просто надо будет по сейвовому сделать кинотавра и все. Там времени запас даже с сайдовым боссом. Ты, Маша, какой ходила? В этот? Или в другой? Мы в оба сходили. Хромак видно в углу. Да, вот согласен. Это просто жесткое солнце, короче, ребят. Сейчас пройдет. Сейчас пройдет. Во время забега не могу поменять. Потерпите чуть-чуть. Мы тоже все нашли. Ну мы же сейчас будем находить, то есть на стриме посмотришь. Блин, заранее ульту тебе не буду. Я говорю, мы тоже все нашли. Спасибо. Вот этот самый. Ласта Убера вы нашли? Ласта Убера вы нашли? Ребята нашли, но я уже вышла в тот момент. Там что-то на 16 лямов хп. Есть такое. Я знаю, что на аренке делать тут. Еще себе он тут бздит. Ну что будет, если он слизюков возьмет? Ну, он типа заинрейдится там. У него есть еще механика, он там хватает кого-то сферу, как этот... Какие механики? Варлов, ты заметил? Да, там, не, я просто говорю, что у него есть механика. Есть механика, как на лече куча говна обелисков какая-то вылазит. Короче, ребят, мне надо будет потом ран сделать, где мой этот... Да, без ДПСа будем вообще. Мне надо посмотреть механики, да. Да, я согласен. Какие механики? О чем они тут говорят? Непонятно. Когда нам Зосы сказали, мы хотим снизить дипс, чтобы можно было быстрее механику. Да, снизить дипс хотим. Вон, стрин на дейдроп, это ж милота. Просто в лицо ему электричество, понимаю. Welcome to the party. Тут поплюнули в лицо. А нету ачивки ни разу не вступить вообще в эту фигню, не только на боссе. Сейчас дайте. ХП очень много, конечно, очень много. Стронгер, как твои дела? Ты что, решил вообще прямо подзабить пока на ясу? Вообще на темную сторону решил вступить. Мощно. Ну ты же не помиришь, ты же в этом 0,01% игроков, ну, да. Которые называются задроты, поэтому даже меньше. Да, так что этот. Если смотреть, shut the fuck up, как говорится. Ну зачем сразу обзываться? А это не я, это не я, я тебе. Это я голосом просто большинства. Голосом ролплейщиков. Сейчас было обидно. Я тоже ролплейщик. Скажи мне в лицо, давай. То есть получается это андет на Евгения, значит, хамит. Да. Ага. Что ты имеешь против ролплейщиков? Да стандартный сетап, ребята, как обычно на манере. Не да. Надо ходить в сложный контент. Медуза ФГ. Почитал 4, что ли? 3. 3? Да не три точно. Босс трэш, сейчас мы второго убили. Сейчас будет Атронах. Сейчас будет Атронах, потом босс трэш. А, Атронаха я вообще забыл про него. Что он такой? 4 получается.
4, да, и босс, ну и финальный 5. Я трэш. Подожди, а слышишь, Андэ, там тронах по времени или по процентам прилетает? А, там, короче, я так понял, когда танк как-то его не байтит, он как-то от танка зависит. До сих пор не понял. Вот, короче, вот тут Костя похищают, если постоять, посмотреть. ФГ еще имеет смысл? Похищают. Конечно. Кстати, конечно. А человек почему не имеет-то? Он только, его? Его только бафнули, да, да, еще. Да, воруют у нас. Да, ну, 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 у меня слямзил. С новой ЧПшкой и с новой ФГ вообще мана не кончается на ласте, заметил? Да, теперь в ПФГ можно трэша убрать в данжах, можно вармейден какой-то ебануть. Так не, просто вот я сейчас в ФГ и с этой штукой, и это вообще, да, вообще, у меня вообще мана 100%, то есть ты вообще бегаешь, тебя вообще ничего вообще не напрягает. Да, к этому, да, конечно же, надо еще бритоны взять. Лучше раз для ДД. Три мана регена. Давайте, погнали. Ребята, если что, это шутка, не надо так делать. Почему механика не с первой лайт атаки прокает? Расскажите, что это такое? Короче, если стоит здесь, он будет тебя бить, и тогда не будет с места уходить. Ой, я больно чёрт. Это хорошая, хорошая идея. Ты чё наврал-то, Лоднер? Ну, долго. Тебя плохо убиваем? Да. Я дети по 80. Блин, а можно интересно его залить на месте? Да, можно. Ну, если будет там у всех по 70, то я думаю, это раз была там, помню, на старте там было до 90. Что-то уже кота использовал? Поменял на котах тут? Наконец-то на оценку новых данжей зашел. О, ребят, вам понравится оценка. Мы тройную ачивку чуть не сделали, тут с первого забега вообще, на ПК квест сделал. В варе и механике, да? Что, в варе у меня шадоу. А у меня тоже шадоу, я не менял. У меня даже вообще 5-1-1, короче, на 7-0. Не, у меня 7-0, но все. А мне так было лень, честно, его крафтить, я просто пока ЧПшку поставлю, так подыщу, потом 7-0 все скрафчу, все. Не, у меня слаймкроу был. И заан был лайк. Не механика, просто хэви кераса и медиум штаны. А. Извращенец, блин. Ага, это ж это ужасно. Мари, теперь там конкуренция, можно ворваться. Знаешь, не хотите, короче, то какашку там носите. Давай. Андрей, ты сказал, что умеешь, давай. Носи. Давай, Андрей, носи какашки. Мы тебе мешать не будем. Ты профессионал этого дела. Где он тут все это? Вон. Неплохую вы ему должность задали. Носитель какашек? Да. Неплохо. Каловый достаточно. Че ты третий хотел? Ну я же тебе говорю, не хватает. Ну можно, не, если бы я доджился, я же не доджился. Кольцо, если одеть, да-да-да. Не, ну я же говорю, если бы доджиться, я же не доджился. Каловый достаточно, слушай, звучит-то хорошо. В Яндекс.Еду строится или куда там delivery club. Ну вообще нормально. По старому ничего не меняло, ребята. Медуза плюс ПФГ 5-2. Блин, что-то когда я блокирую на блок, стамина в блоке очень быстро уходит, не так как раньше. Там теперь кост в advanced статах можно, кстати, посмотреть, сколько у тебя. Может, надо теперь все шмотки на старт делать, а не? Maybe, maybe. На старте. А не как раньше с этими конфьюзами. Знаешь, конфьюзы у тебя и так это бары топоманы, стамины теперь больше стали. Тогда типа хпшку можно добавить? Ай, у меня двуруч бьет. Подожди. Ага, все. Чуть не довел немножко. Свои чпшки? Вон там какашка, Андрей, ты что ты не идешь? Да, отлыниваешь от работы. Какахера свои. Каха. Новый. Ой, каха. Андед, новый каха получается. Как вам этот фильм? Это ужас какой-то обратный. Блин, я сейчас обзор смотрел, я, честно, вообще в шоке, что такое вообще бывает. Я не знаю, что такое бывает, да. Ребята, кто смотрел обзор Bad Comedian? Его, кстати, по-моему, удалили уже. Ну, опять удалили? Раз уже? Ну да, обзор удалили опять. Там, блин, да. Он не агрится.
Самое главное нормально, а он блокируется. У него, видать, а, у него уже огненные атаки, а у меня защита от магии, типа. Типа, вообще, он вообще не наносил почти лол. То есть такого дракончика можно самому танковать, получается. Вот этот Лёха, который на стамине еще, у него, блядь, проблема. На стампуре. Проблема, да? У Лёхи, да. Обзор на месте пишет, значит, восстановили его. Жаловался. Надолго удалили? Жаль. Я сам бы не прочь на этом сложном классе поиграть, видимо, не судьба. Не хватает. Да вы просто завидуете. Я завидую, сам. Завидуешь, завидуешь, сразу завидуете. Вот, вот этот сложный класс. Завидую. Ну, блин, ну, попали. Как же на нем играть? Почему некор не такой? Почему некор такой легкий и так мало урона? Чест. Камон. Да, про куда угол? Сзади, да, ногу уголку. Ничего себе вы там это. Бедные танки не через турди играют. Марго, ты уже танчила? Как я тебе? Как твое впечатление по новым данжам? 10 ящиков неустрашимых новых. И мне 3 или 4 подряд тяжелых плеча одного и того же сета падает. Я такой, ну что ж, больше я не хочу открывать эти ключи. У меня теперь новая тактика. Я теперь коллекцию пополняю через эту. Торговцы все родили. Так там же только головы, там плечи нет. Там чем? Не, там все есть, и плечи. Да? По-моему, один раз было такое, что только головы. Ну, там нормально, пополняю, прихожу, покупаю. Все, я уже накрыл, я устал. Давно все ролить. Спасибо за фоллоу, ребят. Не, ну сейчас коллекция меда. Трейд можно не ролить, но вот вес, так сказать. Так там сразу все веса продаются, то есть да, если да, сет, не, если сет приходит... Кофрики, я про кофрики в это кофрики это говно. А если не сломать эти камни? Мы не пройдем, представляешь? Не, да не может быть. А можно центре сломать? Дерьмо, а не фильм. Слушай, и, ну в прямом смысле, в прямом смысле, как я понимаю. Давайте сразу доты положим, давайте сразу доты положим. АХМ включили? АХМ включили, да, включили. Отлично. Уничтожаем. Уничтожили, тебя подрубили. Нотификации были бы? Пенетрейшн вот сзади. Побежали. Лёдер, беги! Беги, брат! Я тебе вандет оставил. Механика выполнен, да? Главное, кулемётчик. А сейчас хватит. Пойду за ним. Не, я тебе это просто. Там дейдрот жарит. Осторожно. Из стороны в сторону. Он там зажат за боссом, надо бы этот Лоднер-то подмочь себе, ребят, да? Беги! Беги, Лоднер, беги! Сказал костюм, прежде всего, и себе, мне самому страшно стало. Ну, где-то ко входу. Вот здесь останавливаюсь. Я дестру кидаю. Ну идет? Алло, алло, еще идет. Ух ты, господи, на тоненько. Жень, да тебе через жопу не оторвало. Не беспокойся за мою жопу, в ней все хорошо. Я такой, я и без жопы. В смысле? Завалю я своей жопой, каждый мужчина должен вообще с самого детства вообще беречься. Ой-ой-ой. Бежим, бежим, тут плотно прижали. Сжали булки. Где дипс? Да, там дедрот залип. Да, он в дотах умирает. Норм. Он не в дотах умирает. What the fuck, как тут жестко. Почему меня добивал по всего 30 тысяч бьет? Нормально? Ну, типа все. Как-то вот так. Все, это троняшка? Да? Да, тащи. О май гад, о май гад! Со второго раза, ё-моё! Так что у нас тут не осталось, не закрыто? Я говорю, потуши андет.
Что осталось не закрыто, кроме... Конечно, что делать с выживаемостью ДД в Триале? Со звездами Харди и прочим, они же работали только если вынесены на панель. А так, так там больше нечего выводить-то, Джин. Там больше нечего выводить для ДДшек из красной чемпионки. Вот у меня они выведены все. Просто этот, как его... Обалдеть. Ага, а вот это вот, смотрите. Это здесь делать? Или нет? Да, сейчас будем смотреть механики отдельно, короче. Я так понимаю, да?